ценный на Макдональдсе в городе, на Макдональдсе точнее, в городе Мадрид. Вот, вот такой, вот это кофе, вот такое небольшое, стоит у нас кофе латте 2 евро. Евро стоит? Два кофе стоит 2 евро. А, два кофе стоит 2 евро, ага, все понятно. Два кофе стоит 2 евро. Вот такая булочка стоит рубль 65, я так понимаю, да? И вот такая булочка стоит... Тоже рубль 65. Ничего себе, это маленькая рубль 65 и большая. Но на фотографии выглядит одинаково. А, на фотографии одинаково. Поэтому ты не знаешь, пока ты не закажешь, какие они. Какие вот дела. Друзья, пока все. Находимся в Мадриде. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.